Дорогие девочки, а это немецкая катастрофа. А это класс, смотрите, какие стиляжные брюки. Какие модные, какие эффектные. Размерчик 54, 56, 58. Высота посадки. По бокам идет резиночка. Они вот такие немножечко, они не расклешенные к низу, но они довольно-довольно свободные. Девчонки, и качество ткани, то, чего в Москве нет, и поблизости, даже сравнивать не с чем. Это старый привоз, у меня их осталось немножко. Это очень стильно, очень красиво. Вот такие евромаечку я сюда добавила, праздник. И сюда добавила рога буйвола. И здесь, пожалуйста, перламутр. Чего у нас только нету. И вот шикарная шпинель. И вот здесь шикарный браслетик. Торговый центр Курс Ангел Инсити, второй этаж, улица Южная, 10А, метро Новое Касино. Мы готовимся к закрытию только из-за того, что я не могу больше привозить хороший товар. Очень непонятные вещи с долларом, очень непонятные вещи с юанем. Ну, в общем, девчонки, пока это все устаканится, можно 70 раз разориться. Поэтому я буду придумывать какие-нибудь варианты и стараться привозить качество. А сегодня я ехала в маршруточке. Зашла девушка в черных широких-широких брюках, в пиджаке свободном черном. Что там еще было, я не знаю. Но я шок получила от качества брюк. Дорогие девочки, когда вы покупаете шикарные вещи, типа шикарные, задавайте себе вопрос, из чего были сшиты эти брюки, что за ткань. А я вам скажу, это практически та ткань, которую заворачивают обувь, но чуть-чуточку покрепче. У меня шок, и я думаю, как стирать эти вещи можно? Как они носятся? Ну, в общем, это какое-то странное чудо. Или как плащ-палатка. Девочки, мне очень больно говорить эти вещи. Но я всю жизнь вас учу. 35 лет учу. Обращайте внимание на ткани. На тканях сейчас делают бешеные большие лейбаки. Пожалуйста, не верьте им. Все только на ощупь, только ручками. Изучайте. Хорошая фирма, она, конечно, держит качество ткани. А все остальные надо смотреть. Больно. Страдаю вместе с вами, но надеюсь, что мы будем держать марку. Мы выкрутимся. Здесь идеально все. Здесь идеально качество ткани. Здесь идеально майка. Это вискоза, это масло. Она шлифованная. Здесь идеальная работа вот этих украшений. Девчонки, лучше меньше купить, да лучше. Все, жду, спасибо. Митинг закончился по поводу красивой одежды. Спасибо.